Всем привет! Сегодня у нас на распаковочке очередная пачка велосипедных посылок. И я думаю, стоит начать с самой большой, чтобы она у нас занимала по минимуму места. Здесь у нас спаситель жопы, он же велопамперс. Я думаю, лучше стоит это вскрыть вручную, дабы не порезать ткань. Маркировочка, размер XL. Думаю, по таблице я попал в свой размер, ну или по крайней мере надеюсь, что попал. Далее будем посмотреть. Вот так это у нас все выглядит. Есть резинка, есть бирочка. Сам памперс. Швы нормальные. Нигде ничего не торчит. Ткань у нас вентилируемая. Памперс, по идее, должен тоже как-то плюс-минус дышать. Так, с этим мы пока закончим. И переходим к следующей по размерам посылки. Здесь у нас должны быть щетки для чистки кассеты. Да, это именно они. Кстати, доставка 25 дней всего лишь навсего. Велопампер съехал 58, по-моему, изменить. Так, это у нас все запаяно, поэтому дербаним. Так, ну, это для того, чтобы стряхнуть песочек, который налип, а это чтобы выскрести песочек, который застрял у нас между звезд кассеты и литой щетки. Так, дальше, нет, пожалуй, вот с этих. Самая долгожданная посылочка. Ехала она аж 121 день. И надежды все умерли. Здесь должно быть по два замочка на 8 и 9 скоростные цепи. Так. 9С, 9С. Еще 9С. Я так понимаю, это 8 скоростное. Еще 9С и 8 скоростное. Сейчас даже огрызков цепи нету. Я куда-то все распихал по коробкам. Искать это очень долго, поэтому надеюсь на честность продавана, и все это будет работать. Вот, допустим, замочек уже не застегивается. Хотя как бы должен. Скоростной тоже с некоторыми косяками, но ничего, видно, что штампованные. Здесь все ровненько, здесь есть облоя, внутренний загиб на плоскости звена. Ладно, эту дичь в сторону, это выбрасываем. И наконец у нас 3-миллиметровые подшипники. Такие стоят в насыпных втулках в барабане, в насыпных педалях.
Так, вроде бы все это в пакетиках. Да, в пакетиках. Было бы эпично рассыпать 100 штук и собирать их потом. Так, вроде бы ничего. Так, что же у нас тут на вид? Попробуем пересчитать. Пожалуй, нам потребуется магнитик для этого. Есть у нас тут один. Итак, нас не обманули, ровно 100 шариков по 3 миллиметра. Пожалуй, вполне стоит выборочное измерение сделать, дабы знать, что они у нас все равных размеров. Лучше бы, конечно, это микрометром. Трешечка. Трешечка. Ровно трешечка. Что ж, на этом посылки сегодня заканчиваются. Все ссылочки на эти товары будут в описании. Всем удачных покупок!